Так, и снова у нас запланировано старение. Как всегда, говно Китай. Так. Плиточка не из дешевых. Маленько предыстории. Плитка у нас была на даче. Проработала примерно, ну, где-то чистых 5 месяцев. Отказала работать на ровном месте. Я думал, тен, все поскидывал, все прозвонил, все работает. Отстегнул провод, прозвонил. А, стал прозванивать цепь, не работает одна цепь. Вот это как раз белый. Белая цепь не работает. Отстегнул провод, прозвонил его, все работает. Думаю, что же интересно тут кембриком-то термоусадочным закрыто. Скидываю кембрик, а здесь, пожалуйста, вроде на тепловуху не похоже. Я понимаю, это резистор. Там циферки есть, но мне уже не прочитать, зрение не позволяет. Зачем здесь резистор? А для того, чтобы он через какое-то определенное время вышел из строя. Такая картина у меня была уже на электрическом тепловентиляторе. Он тоже самое сломался, стал разбирать, смотрю, перед самой цепью резистор. Пассатижами его выкусил, все спаял и все работает. Сейчас сделаем то же самое, и все будет работать. Гребаный говно Китай. Я постоянно отношусь по заслугам, потому что процентов из бюджетных вещей, процентов 98 у нас дерьмо продукция Китая. Из средней ценовой категории процентов 70 дерьмо продукция Китая. И из дорогой категории, я считаю, процентов 50 дерьмо продукция Китая. Кстати, эта плитка, как вы видите, не дешевая, потому что она 1,5 киловатта. Вся в нержавейке, тен закрытый.